Ты умничка. Просто молодец. Но единственное, там есть дырка, теперь через которую явно кто-то может пролезть. Ладно, надеюсь, этого хватит. Я не знаю, как она будет сейчас зашивать. Это же будет жесть. Мне же нет обезболивающего ничего. Это же... О, нет, неужели мне придется это делать? Хреново будет. Так, сначала нам нужно, конечно же, вот это. Ладно, ладно, все хорошо, все нормально. Я не понимаю, это же, это девочка. А теперь самая веселая. Now the fun part. У меня у самого, кстати, это... Нервы сейчас дадут. Вы понимаете? Самое такое, да? То есть взрослому человеку это сделать очень тяжело. А она ребенок, она это... Это просто невероятно, просто невероятно. А теперь, как в прошлый раз, как мне Криста показывала. Ох, Клем. Нет. А как мне это делать? Объясните. Сейчас, погодите, я что-то не могу понять. Объяснили бы хотя бы, каким образом мне это все делать. Бэкграунд. А, типа... Да как мне это сделать-то? Капец, это очень сложно. Надо зажимать, получается, и... Ох, ё-моё, это же просто безумие. Клем. Офигеть, мне самому больно стало при виде такого. Как она сознание только не потеряла. А, жесть! Ну, ё-моё. Кошмар. Зашивать это самое страшное, что... Еще! Я думаю, сверху надо еще этого покапать немножко, на всякий случай. Сойдет. Нет. Ё-моё! Так, ну-ка давай. Бей ее, бей его. Это капец! А надо было направо, да? Нет! Что? А можно что-нибудь взять?
Что, 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 что? Молоток, 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 я же нажал! Нажал же, я нажал, нажал, нажал на молоток. Ну я же нажал на молоток, я нажал, я знал, ну ё-моё. Я понял тебя, я понял тебя. Альтернативный вариант, смотрите. Первый раз, конечно, не получилось, но я думаю, что в этот раз у нас должно все хорошо быть. Молоток надо взять. Быстро взять молоток, короче. Быстро молоток взять. Так, молоток, бери быстро. Молоток, молоток, молоток. Я взял молоток. Я взял молоток. Давай его, давай, давай, туда же его. Да-да-да-да. Вот, идеально. Вот идеально. Я так и знал, что вы с этой дырой будут проблемы. Вот просто вот на 100% было бы. Надеюсь. Нифига себе! Что за? А, что здесь сюда пробралось-то? Ты в порядке? А теперь можно мне в дом зайти? Пожалуйста. Ты себя заштопала, что ли? Где ты все это взяла? Ну, что, она нас обокрала? Это ничего не меняет. Вы мне не оставили выбора. Но могла бы взять и уйти. Успокойся, Ребекка. Видите ее, я руку осмотрю. Черт, выходящие шастают тут везде, лучше в дом зайдем. Есть хочешь? This might hurt a little. How she look? Как она? Ее навыки очень хороши, видимо, да? И все будет, видимо, отлично. Опять без перевода, извините. Ну и понятно. А? Рука как новенькая. I wish you wouldn't have done what you did. Так, так. Я ничего не делала. Exactly what Sarah said. Да, Сара сказала, что типа, наверное, помогла, ты лжешь мне. We put you in that shed out of concern for the safety of our loved ones. And then you escaped and persuaded my daughter to steal from us. А, типа она к дочери зашла и типа ее подговорила, короче, он недоволен, да? Да, okay. Что? Like ты ей нравишься. While, дочери имеется в виду. Ты понимаешь? She knew how bad the world is, what it's really like out there. She would cease to function. She's my little girl. Это она маленькая моя дочка. And I would ask that you stay away from her. Да, и держись подальше от нее, ведь, да? She needs to grow up sometime. Ей нужна, нужна подруга. Карлсон запомнил. Ребекка was worried you might be working with someone else. Так, что Ребекка, Ребекка. Being here was no accident. I guess we'll find out. Он недоволен очень за то, что мы ответили. You are not to be trusted. Тебе нельзя доверять. Извините. Stay away from my daughter. Подальше держись от моей дочери. Ну, не знаю. Hey, я не знаю. Some food if you're hungry. Я тебе принесла, принес немного еды, если ты голодная. Настоящая еда. Теплая, горячая, приготовленная. Да, это круто. Угу. It's ugly. No, it ain't that bad. It's better than a stump. Yeah, better than a stump. Кусочек не перевели. Ну как так-то? Ну, так хочется пообщаться.
Я думаю, дальше будет перевод. Это опять какие-то вырезки просто непонятные. Мы же пошли не по тому пути. Слушай, я всего лишь там хочу извиниться, да, за то, что произошло. Это было не клево, короче, с моей стороны. И не переживайте, все в порядке. Это мой ответ. Я понимаю, что ты хотел просто защитить своих друзей. Я понимаю все. Да, у нас был плохой опыт, видимо. Что случилось? Так, Ник потерял свою маму. Это была моя ошибка. Это была не твоя ошибка. Ее укусили, короче, и она атаковала, видимо, кого-то. Маму укусили. Ничего нельзя было сделать. Надеюсь, ты понимаешь. Да, я понимаю. Итак, какой у тебя план? Я пока что не знаю, что будет дальше. Если хочешь, оставайся здесь, если хочешь. Ты думаешь, с остальными у меня будет все в порядке тогда, если я останусь? Они, видимо, привыкнут к тебе, не переживай. Что случилось с твоими родителями? Если не хочешь, я не буду спрашивать. Что там, да. Они погибли. Да, твоих родителей, видимо, тоже потерял, да? Или близких. Извини, конечно, что я спросил. Left and never come back. А я не буду ничего отвечать, я ж могу это сделать. Слушай, если не хочешь, не говори, не рассказывай мне ничего. А мужчина меня нашел и помог мне, короче. Это про Лия она говорит, конечно же. Мы выживали, выживали, как могли. Его звали Ли. Он мне показал, как выживать. Он отрезал мне волосы. Что с ним случилось? Я просто нажал. Ах, но он спас мне жизнь. Не один раз. Я ненавижу, что-то там. Типа, короче, надо порыбачить, когда будет, когда рассветет, и приготовить, короче, ужин там и так далее. Они улыбаются друг другу, смотрите. Вот с кем мне надо будет больше сотрудничать. А вот с этим доктором, к сожалению, наши отношения будут очень-очень сложные. Ты все еще здесь. С этой дамочкой, скорее всего, у нас тоже ничего не получится. Сразу можно понять, кого мы оставляем живых, а кого нет. Ну, точнее, кем мы рискуем. Тебе здесь комфортно, да? Извините, что про ребенка? Кто Элвин? Опа, ты заткни свой рот. Ну, она очень жестокая, смотрите. Я не буду отвечать. Давайте не будем просто нагнетать обстановку. Просто мы не будем нагнетать. Я просто запомню тебя. Хотя она беременна. Мне не нужны никаких проблем там.
Почему не перевели этот кусок? Ну так же хоть это обидно, да? То есть мы, по сути, делаем сейчас выбор, основываясь только... Ну ладно, я думаю, что эта глава может закончиться, и следующая начнется уже с переводом нормально. Будем надеяться. А это у нас что, утро, да? How you holding up? Ты так держишься? Я слышал, вчера тебе Ребекка много чего наговорила, да? Когда она начинает, ее уже не остановить. Что с ней такое? В последнее время ее многое беспокоит, кто родит как родитель ребенка в этом мире. Я уже отвык читать. И далеко до этих еще немного сетей. Сетей, в смысле, они рыбу, да, ловят там. А тебя кто-нибудь стрелять учил? Ну, подчеркиваю, именно учил. Меня учил мой друг. Стрелять может любой идиот, конечно. Меня учил мой друг Ли. Это хорошо, нынче это важно. Ник был примерно в твоем возрасте, когда я впервые взял его на охоту. Нам попался чудный олень с шикарными рогами, который стоял на вершине хребта. Мальчик берет винтовку, целится, как я его учил, а потом, слышу, он плачет. Он поворачивается ко мне и говорит: «Я не могу, не могу в него выстрелить, дядя Пит, пожалуйста, не заставляй». Да, правда? Не может быть. Эй! Чего меня-то не подождали? Хочешь, чтобы мы на месте топтались, пока на дерево писаешь? Ты знаешь, где река? Я берусь из его руки винтовку, чтобы не упустить этого крупного оленя, и тут бах, раздается выстрелом. Мальчик мне чуть кишки не прострелил, и, конечно же, олень убежал. Зачем ты ей этот бред рассказываешь? Да потому что вчера ты ей чуть голову не вынес. По-моему, история в тему. Хочу ей... Что ты все время досаждаешь-то мне? Потому что ты все время досаждаешь всем остальным. Так, типа, все нормально, он извинился. Вечно ты меня дураком выставляешь. С этим ты и сам вполне хорошо справляешься. Опять от нас ушел. Я, блин, знаю, где река. Как бы там ни было, пожив тот же сезон, я нашел того оленя, убил его выстрелом в шею, принес его сестре домой. Думаю, она часть мяса в морозильник положит. Ник со мной несколько недель не разговаривал. Иногда нужно играть роль, даже если люди, которые ты любишь, тебя этого ненавидят. За это. Тебе следует это ему сказать. Дядь Пит! Ник! О, нет, Мария Иосиф, что? Кто-то здесь был. Походу, их сети украли, да? Весь продрявленный. Как думаешь, кто это сделал? Пока не знаю, но точно знаю, что это не обычная банда головорезов. Вот подумай, ты Карвер, что делаешь? Что такое Карвер? Кто такой Карвер? Это, наверное, тот, который напал на нас? Осмотри вон тех. Будь осторожен, некоторые из них еще могут шевелиться. Упс. А можно поговорить с Питом, а можно просто посмотреть на этих ребят. Этого тоже подстрелили. Голову? Да. Осмотри остальных, патроны ищи, у нас мало осталось. Хорошая идея, кстати, да. Так, мы можем поговорить. Патроны ищи? В смысле? Каким образом? Объясните мне, пожалуйста. То есть они... Ух ты, смотрите. Что это здесь? А это здесь откуда? Да, непонятно. Can I help? Тебе помочь? Сам справлюсь. Ну, слушай, ну мы хотели подружиться, а ты такая, конечно же, прям негативишь сразу. О, смотрите. Что там? There are more out здесь there. Еще.
Тут явно на грязь друг друга швыряли. Что-то тогда... Что тут было? Полный швах. Ты куда идешь-то? Отсюда валить нафиг надо. Надо остальных осмотреть. Что? Ну зачем? Успокойся и подумай, сынок. Успокойся? Может, за подмогой сходим? Не прав, что-то тут нечисто. Ник, а если кто-то из них жив? Кому какое дело? Возможно, он захочет нам сказать, что кто все это сделал. Надо это сделать сейчас. Будь здесь, обыскивай их. Тупая мысль. Знаешь, Ник, мне это тоже не нравится, но рано или поздно тебе придется осознать эту простую истину. Какую? Что ты, козел? Что всем в этом мире будет наплевать, что тебе нравится, а что не нравится. Тебе надо повзрослеть, сынок. Да как скажешь. Идем, Клем. Хочешь принести пользу? Понаблюдай за линией деревьев. Те, кто это сделал, мог быть еще здесь. Я выполню это. Ждать новых... выполняю. Ты всегда такая сговорчивая? Нет. Хорошо, ты в эту группу впишешься. Слушай, не вешай нос. Опси. То же самое, весь продырявленный. Надеюсь, это не твой знакомый. Нет. Хорошо. Копье возьми. Вот, блин, на той стороне еще. Смотри вот этих. Посмотри, есть ли у них какие-нибудь опознавательные знаки. Так, у нас есть... У нас... Кстати, а зачем мы часы взяли? Зачем мы часы взяли? Капец. А мы могли их не брать, да? А мы взяли часы. Мы взяли часы. О, нет, это наш рюкзак, кстати. Живой. Что с тобой случилось? Ты был в лесу с Кристой. Со мной была женщина, что с ней случилось? Пожалуйста, скажи. Пожалуйста. Вода? Дать воду. Может быть, это ошибка? Спасибо. Укусили? Пит, все нормально. Просто оступился. Черт подери. Нет! Черт ходячий. У меня патронов нету. Иди сюда. Твою, черт подери, идите оба сюда. Я прикрою. Быстро сюда. Ты можешь меня хоть раз послушать, хоть один раз? Я туда иду. Да ё-моё, я не могу нажать. Извини, ты укушен, я делаю выбор. Ник? Ребят, ну это должен быть правильный выбор, вы укусили. Или он оступился? Ник! Пит, нет! О боже. А если он был не укушен? Надо уходить. Могла его спасти. Как ты могла его оставить? О, блин. О! В следующем эпизоде. Что мы будем делать? За дверью кто-то есть. Сюда кто-то приходил и вас искал. Какой-то мужчина. Что? Он сказал, как его зовут? Мы прекрасно знаем, кто это. Кто он такой? Один из тех, с кем мы раньше были. И что он будет делать?
Ой, надо было Пита спасать. Я больше не могу. Я думаю, у нас есть еще 4 или 5 дней, чтобы дойти до тех пор. Мы не собираемся никого грабить. Успокойся и отпусти ствол, чувак. Ух ты. Я думала, ты умер. Я знаю, кто это! Кенни! Кенни это! 100% Кенни! О, я знаю, кто это! Да, короче, мы совершили глупую ошибку. Сейчас я объясню, почему. Вы спасли Кристо. Кристо мы спасли, молодцы. Вы убили собаку. Большинство тоже так поступило. Так, доверие. Извинения Нику, что-то там не знаю. Do you give water? Да, мы дали мужчине воду. Я не знаю, насколько это правильно было или нет. По-моему, это была ошибка наша. Мы могли бы, может быть, и спасти Ника. Пита, точнее, Пита. И вы сохранили Ника или Пита, ребят. 40% игроков остались с Ником. А это означает, что мы, наверное, скорее всего, совершили ошибку. И вместо... Ах, мы потеряли Пита. Просто потерять Пита. Ну, ё-моё. Да, ребят, это глава первая закончена. Есть продолжение. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. И смотрите видео до конца. Также подписывайтесь на канал, ссылочка которых расположена в описании к этому видео. Так как контента больше и видео уходит значительно быстрее. Увидимся, пока-пока.